Что ты хочешь сказать? Хочу спросить, как тебя зовут? Меня зовут Дима. А как еще тебя родители в детстве хотели назвать? О, я на самом деле ходил еще полгода без имени. Родители не знали, как меня назвать. Я, это честно, это правда. Полгода тебе? Я полгода ходил без имени. Я был мальчиком, меня звали мальчиком. А потом, когда они посмотрели, думали, чтобы не париться, назовем его как дедушка, наверное. Давайте назовем его Димой. Так все и произошло. Ты до сих пор откликаешься на имя мальчика или нет? Нет, я мужчина или Дима? Понятно. Слушай, а что нужно делать, когда нет выхода? Нужно стараться его найти. Нужно его пробивать. Совсем нет выхода? Нужно его нарисовать. Слушай, а как нужно мотивировать, вот по-твоему, людей, чтобы они ходили на DJ Battle? Что бы ты делал, если бы это был твой проект? Я думаю, больше пиара, больше рекламы. Просто больше пиара, да. Это не должно только как по радио происходить, типа, там сегодня, как диджей происходит, диджей батл, там, такой-то сезон. Нужно больше рекламы, наверное, по телевизору, я так подозреваю. Слушай, а какими ласковыми словами ты называешь свою девушку? Еще вопрос, повтори. Какими ласковыми словами ты называешь свою девушку? Солнце. Самое распространенное слово – это солнце. Оно подходит, в принципе, к 95%. Солнце или милашка. А, еще есть красотка. Вот красотка – это самое стабильное имя.